Да, а вы где? Валера, ты где? Да, привет. А, хотя ладно, иди. Давай. Короче, шо? В Одессу я еду. Так, Мимка, мы что, зря с тобой дружить начали? Давай помогай. Ты все? Как еще я буду тебе? Отцовское наставление получил? Давай, давай. Я в Одессу еду, а не в Кременчуг. Если в Кременчуг, то надо там. Целый если в Кременчуг ехал. О, да вы шо? Дизель наш стоит. А ты снимаешь, да? Короче, когда приехали, то оказалось, что у Кентюлика кума Экей Давид Дусубов есть этот, как он называется? Дюшес. Да, какой дюшес? О чем ты говоришь? 4 сиськи пива. 4. Нет, просто 4. Можно сказать, что это просто 4 сиськи. Да. 4 сиськи гостинців. Так. А який. Блін, а який вагон на Одесу, люди, подскажіть. На Одесу зима. Come together. Ти знаєш, що Мімон взяв з собою 4 сіськи этого? Волоса? Такі волоса, ти чуєш? Пожовщ. Дюшес. Мы решили взять билет на самый-самый крутой поезд. Ну, типа, реал самый крутой. Там внутри, ну, типа, вип. Все, я еду на Одессу. А вот я Клера, я уже не знаю. А то я сейчас занесу, там останусь. 6-8. Вы точки тримайте, потом... Фу, ой-ой-ой-ой-ой. А есть открывачечка? Ох, а ну. Спасибо большое. У нас еще одна бутылочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я начинаю любить свою руку. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. А так а четвертая там в сумке. Так а четвертая как раз в сумке. Нет, все равно он супер. Как вы? Извиняюсь. За Одессу. Я все, я в них обед. Кум знает толк в путешествиях. Я уже все, мне же хорошо. Одесса, мама. На першу кулю прибуває приміський дизель-поїзд Шевченко-Грибінка. Грибінка. Всем привет, мисс Бадаме. Чего прикол слизывать слова? Всем привет, мисс Бадаме. Угасение. Пусть все, чувак, угасение. Я тебе говорю. Сдашь бутылку, проископ, потом отдашь. Я хотел тебе это предложить. Ты, чувак, тихо, я сказал, слухай меня. Сдашь бутылку, 30 куб, заберешь себе куб. Давай, организуем внимание. Кум позвоночник. Кум, мне же уже на 19 лет. Вы что, с нами едете? А что тут? А что тут? Ого, а тут пусто. Никого нема. Что, вы счастливы, да? Ну такое. Уезжаете? Езжайте, я не смотрю. Езжай, давай. А да ты так за нами до Одессы пробежишься? Да, супер, да. Есть. Ну мы пока вагон пошли. Я не взял на пляже. Наконец-то добрались. Выходим. О, Одесса. Лерка, привет. Лер, давай, поехали. Лер, давай. Тоже меня встречала. Тупо режиссер-постановщик. И таки да, Одесса, доброе утро. Боже, ты, наверное, самое тупорило, что я мог сказать, как по приезду в Одессу. Да. Этот самый. Как он называется? Мак. Не мак. Не закат, а рассвет. Ого. Алло-ли-ли-ли-ли-ли, миленький мой. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ты пацюк. Короче, сейчас мы заселимся. Я вам покажу наши условия для жизни. Самые кайфовые, между прочим. Ну, короче, так себе мы заселились. Тупо пришли, говорим, типа, ну, здравствуйте, нам бы заселиться. Ну, скажем так, они в прошлом году не блестили тупо этой, как она, гостеприимность. Тупо у них она тупо ноль, абсент, тупо ноль, зеро круглик. Такое себе ощущение, когда тебя...
не ждут. Я же не объясняю, что нас не ждут. Потому что заселение с 2 часов, это просто мега-супер. Охеренный отель. И при том, что 6:30, а заселение в 2 часа. Через сколько получается? Ну, через не скоро, скажем так. Короче, Богдан Недоденко, AK-блогер, выходит на пулювание. Будем искать хорошее настроение, веселый отдых. Ну, короче, во всяком случае, сейчас зайдем в МАК, а там дальше будет видно. Ты посмотри, это белок. А еще тут есть, короче, какой-то картопляник. На вкус как картошка. Не мне. Дивага, типа, зашла в МАК, типа, помыла голову и выходит на улицу. Капец. Слушай, картопляник реально на картошку похож. Потому что он с картошки. Типа, музыка с маком меня добивает, серьезно. О, аккумулятор инзе разряжен. Аккумулятор. Не могу. Молочка? Не понял. Ребенку молока взять? А где же тут магазины? Типа, приехали в Одессу покупать булочки и молоко. Только ты спроси для ребенка. Так тебе же молоко ребенку покупают. Если скажешь привет Ютубу и передашь привет Богдану Медведенко, тогда дам. Привет Ютубу. И скажи, передай привет Богдану Медведенко. Передаю привет Богдану Медведенко. 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 Йоу, привет Ютубу. Ну тогда дам. Я ж блогер. Серьезно? Серьезно. Это же здесь цыгане по Одессе рулят. Не, вы не цыгане, вы это. Ромы. Ромали. Йоу, в Одессе Роман. Ромы рулят в Одессе. Что сидим, приехали в Одессу. А нас понял, мы пришли, короче, нас в отель не заселяют. Сказали, с 2 часа дня. Сказали, наш номер еще занят. А вы не хотите свой канал на Ютубе создать? Ну, типа, ну, блин, не знаю, стримы там вести, влоги снимать. Ты исполняешь. Да я тебе говорю, я вообще жесткий. Блин, да вы продвинутые, серьезно. Потому что я когда в Киеве был на вокзале, ну, там, ну, типа, не в обиду вам, но там тоже были такие именно... Цыгане, но такие они не совсем, скажем так, были, они нормальные. Привет, Титун. Написай на канамал. Клянусь тебе, братан. Давай. Вот, привет Богдану Медведенко. И привет Ютубу. И привет Ютубу. Йоу, пиз. Тебе удачи, малый, по жизни, серьезно. Если будет канал на Ютубе, пишите, я, ну, дам старт. Только маленький вопрос, кто мне даст старт? Врубаешь раму, тупо, и стоишь, потому что ты, блядь, ну, Аркадия, защищаешь Аркадию, без тебя она, тупо, не справится сегодня. Ты меня снимаешь? Ой, я не хочу разговаривать. Это капец. Тебя может толкнуть просто? Нет. О, ну. Блин, не достаю. Кум, допиваю цыпенку за тебя. Сегодня у нас, кстати, я смотрю, погода не особо. Прикол в том, что особо как бы не позагораешь. Почему? Ну, типа, несмотря на погоду, типа, несмотря на все вот это такое, типа, тем не менее. Есть хорошая новость. Мама и папа, они очень давно знали, какую камеру я хочу. И, типа, поскольку я на море, мне нужен водонепроницаемый бокс. И, типа, они просто взяли, ее приобрели. И вчера Черкас отправили ее сюда, в Одессу. И сегодня я эту камеру буду забирать. Что это за камера, я вам пока не скажу. Мы сейчас позавтракаем. Я пойду на новую почту забирать, и все вам обязательно покажу и расскажу. Шо, пришли тупо на пляж. Мало тоже пришли на пляж, пришли еще тупо на общий пляж. А мне нравится, слушай. Ты мне должен рассказать, что тебе не нравится. Что мне не нравится? Мне не нравится. Значит так, расскажу я, что Лене нравится. Потому что сейчас начнется... Что мне не нравится на этом Black Sea? Оп, я уже тут. Сегодня, кстати, что-то слегка штормит. Фу, ребята. Смотрите, тупо хлопчик-горобчик, тупо накакал батьки в ротик. Помните, я вам утром говорил? Ого, пиздец. Даже у них будет разница на видео там, ну, пару секунд 30-40. Тупо помните, я вам несколько часов назад говорил? Короче, помните, я вам еще говорил, что камеру мне выслали. Я вам еще не сказал, что это за камера. Че думаю, бо я еще сам не знаю, что там такое. Может, там какой-то цифровик? Ты цифровик. А там? Родители тебя любят. Интересный контент. Короче, хочу создать свою школу, так что вы можете, в принципе, записываться. Запись будет с сентября, как в реальную школу. Школа обучения создания реально интересного контента. Чего ж ты не научился?
А мне не обязательно же суметь. Я импровизант. Школа интересного контента, ебанцы. Сразу на гуру, мастер. Гуру, мастер по КМС. А КМС переводится не как кандидат мастера спорта, а контрольно-математический синтез. Я даже сказал фотосинтез, поскольку я снимаю на фотокамеру. Даже не на видеокамеру. Школа интересного контента, пи***цу. Школа создания интересного контента. Возможно, создам даже отдельный канал, на котором буду вас учить делать интересный контент. Короче, посылочка пришла. Тара-па-па-па! Пришли, забрали, принесли. Показываю. Это тупо камера. Подожди. Это точно наша посылка? Вы не знаете, какая камера тут? А камера, между прочим. Не засерну. Да, это Sony FDR-X3000 без экранчика на руку. Оу, щит. God damn. Jesus Christ, я бы даже сказала. И теперь, короче, все влоги я буду снимать именно на эту камеру и на эту флешку. Капец. Капец. И вот они, проницаемый бокс. Ваше впечатление. Супа. Переход, честно говоря, так себе. Сука, нырял старое и страшное, блядь. У меня рыгачки подходят! Охуеть! Прикольно. Rockin' my cone.